Привет, как дела? Привет, Микки. Что будешь? Стакан воды. Стакан воды. Пиф-паф, ты убит. Просыпайся, придурок. Ну все, подловил. Иди сюда, садись. Помнишь Ивана? Нет. Ты как-то видел, мы с ним разговаривали. Этот парень... этот парень... О, да, вы, парни, только что не целовались. Очень смешно. Что, если я скажу тебе, что он собирается ограбить твоего двоюродного братца? Я скажу, а что у него за проблемы с моим братом? Погоди, эй, привет. Привет, куколка. Нет, я сейчас не могу говорить, что на тебе надето. Нет, под ним. Отлично, слушай, я перезвоню тебе, а? Извини. Кто это был? Не твое дело. Твой парень? Иван? О, очень смешно. Для такого тупого колхозника ты просто весельчак. Да, для такого надоедливого мудака ты просто надоедливый мудак. Ну, в таком случае, наверное, очень жаль, что я человек с могущественными друзьями, а ты чмо болотное, у которого всего друзей-то какой-то прошерливый толстяк на странном такси. Так с чего бы Ивану грабить моего брата? Потому что я хочу, чтобы ты его убил. Что? Он разозлил Михаила, господина Фаустина, оскорбил его. Он собирается выкрасть у Романа кое-какие бумажки. Ты поймаешь его и убьешь. А потом мы скажем, что это была неудачная попытка ограбления. А что, если я скажу тебе, что не хочу быть при тебе киллером? Тогда господин Фаустин очень рассердится на тебя и на твоего двоюродного братца. Хм, ладно. Я знал, что мы поймем друг друга, как только я объясню все доходчиво. А теперь иди и жди его в таксопарке. Привет, куколка, да. Так на чем мы остановились? Хорошо, давай поговорим о сегодняшнем вечере. Эта сволочь Влад хочет заставить меня убить этого парня. Черт! Я поймаю тебя, засранец! Ты скоро в этом убедишься. Черт, я уже вспотел. Вот дерьмо.
Ты что, пытаешься ограбить моего брата? Влад Сволота, он подставил меня! Чувак, ты впал не в милость к Владу! Он в этом городе никто! Хорош на него горбатиться! А ты у нас быстроногий, да? Дальше крыши нет, мудила. Пожалуйста, Влад велел тебя убить меня, да? Я ничего не крал у твоего брата. Никто не узнает, что я жив, даже моя мать. Я уберусь из Хоув-Бич, я стану невидимкой, обещаю, пожалуйста. Влад велел мне пойти туда. Отпусти меня, и я залягу на дно. Вставай! Несмотря на то, что Влад хочет твоей смерти, все не так уж и плохо. Держись подальше от Хоув-Бич. Спасибо, чувак, ты не пожалеешь об этом. Меня уже и след простыл. Все равно я собирался уехать подальше от всех этих бывших соотечественников. Посмотри на настоящую Америку. Больше ты меня здесь не увидишь. Я обязан тебе жизнью, чувак. Ты хороший человек. Хороший. Спасибо тебе. Ты больше не увидишь своего дружка, Ивана. Будешь по нему скучать? Нет, не буду. У меня и без него сучек хватает. А тебе я вот что скажу. Гораздо лучше, когда у девки уже есть парень. Ведь тогда тебе не приходится целый день выслушивать все ее дерьмо. Возьмем, к примеру, Мэлори. Пошел ты! Скажешь мне это еще раз, морду расквашу! Slow your roll!